В рамках проекта о чемпионате из первых уст Сергею Вдовину пришлось временно совмещать две профессии. Кому, как не ему, ректору МГУ и послу волонтерской программы прошедшего чемпионата мира по футболу, рассказывать и показывать горожанам, что было и что стало. Желающих пройтись по коридорам вуза во главе с его руководителем оказалось немало. Очень важно по прошествии года вернуться к наследию чемпионата мира, к наиболее ярким событиям, которые проходили в те дни. Ну и самое главное, рассказать жителям Саранска о том наследии, которое получила наша республика, наш замечательный город Саранск, наш национальный исследовательский Мордовский государственный университет. Первой остановкой была приемная комиссия для иностранных студентов. По словам ректора, процесс подачи документов не занимает много времени. Все быстро и весьма комфортно благодаря электронной записи. К слову, поступающих количество бюджетных мест в этом году в ВУЗе увеличилось на 170. Появились места на отделении экономики и юриспруденции. Проходя длинными коридорами, экскурсия останавливалась у современных аудиторий, посвященных ректорам университета. Участников поражали размеры помещений в два этажа. В красивых креслах зала совещаний даже разрешили посидеть, можно было ощутить себя деканом в полной мере и с комфортом посмотреть фильм о ВУЗе. Ну и конечная станция – то, зачем сюда многие пришли. Смотровая площадка на высоте 17 этажа. Отсюда видно все и даже больше. Каждый старался отыскать знакомое здание. У меня дочка 12 лет назад закончила этот университет. Вот. А теперь я пришла с внуком, чтобы он посмотрел, и чтобы я посмотрела, что же стало по-новому. Ну и что стало? Все по-новому. Счастье услышать, увидеть своими глазами все это. Можно посмотреть на наш город с высоты птичьего полета. Очень красивый у нас город. Смотровая площадка МГУ работает в открытом режиме. Любой желающий должен записаться заранее. Но ректор уже не составит компанию. Скорее всего, он будет заниматься привычной работой. Константин Курбатов, Александр Зюзяев. Наши новости.